есть какое-то такое послевкусие, что ли, ну, какое-то остаточное явление, когда ты сначала так приходишь, так там в гримерке посидишь, пока грим смоешь, вроде все, и выходишь, уже все нормально. Когда сильно эмоциональные спектакли, после них нужно чуть отойти. Ну, в принципе, когда мы плачем, там у нас что-то происходит, все равно есть вот этот отход от этих эмоций, когда ты начинаешь, ну, расслабляться уже. Вот так же и после спектакля. Ну, вот сложно затратных. А когда такие спектакли, эй, то пфф, нет, не надо от них отходить. Мне легче пореветь, там, походить, пострадать, всю себя там наизнанку вывернуть, чем ходить хохмить, хотя в жизни наоборот получается. Это вот сейчас мы «Три сестры» репетировали, там есть вот в третьем действии момент истерики у героини, там нужно в это состояние погрузиться, я дома, я, ну, не выхожу, ну, нет у меня истерики, нет, я этот текст и так, и сяк, и по-разному пытаюсь, и хожу, и бегаю, и прыгаю, чтобы хоть как-то себя раскачать. Ну, не трогает, ну, бывает, не трогает тебя темы, они сами слезы не текут, там, этого состояния добиваешься. И тут я прихожу на репетицию, дома ничего не получалось. Прихожу, за час раньше пришла, там, сама хожу, туда-сюда хожу, и, видимо, вот это все накопилось, и на репетиции бабах! Все вышло, и вот как-то вот ловишь вот эти моменты, которые вот цепляют, как-то вот, вот здесь вот что-то происходит, и их закрепляешь. Конечно, не всегда получается вот сразу выйти на это. Ну вот все поиском, все через поиск. А, Вася, там человек какой-то пришел. Гость? Да какой там гость? Он же не прятый. Приходит на кухню и говорит, колоску бы мне. А сама сказать, как все это, ну сами не хранится. У меня в институте было так, что вот я не могла добиться слез. Ну, надо же заплакать, а не могу, и все. У меня были тени для глаз, от которых у меня слезились глаза. И вот я красила эти тени, чтобы у меня хоть как-то слезы потекли. Сейчас, конечно, уже, ну, эти вещи не используешь. Наверное, со временем психика, она все равно как-то расшатывается, и уже легче добиться вот этого состояния. Сейчас уже этим не пользуешься, но тогда это было даже смешно, сейчас ты так вспоминаешь. Простите, что я вспомнила об этом. Там что, Алиса, я счастливчик. Впрочем, нет, я эгоист. Из-за меня не стоит проводить даже визитки.